Желаем Маргарите удачи и ждем ее благополучного возвращения домой. И к другим темам. Масленичная неделя в Серпухове продолжается. В различных микрорайонах города проходят праздничные традиционные гуляния. Сегодня провожали зиму на улице Дальней. Катание на санях, импровизированных лыжах, а также хороводы, веселые песни и танцы. Развлекательная детская программа оказалась насыщенной, и дети и взрослые остались довольны. Наши дети очень довольны, потому что у нас это первый выход такой массовый за пределы детского сада, тем более праздник такой замечательный, народный, масленица. Мы перед этим очень много говорили с ними, вот, и поэтому они пришли уже подготовленные. Очень красивые костюмы, очень интересные игры. Анимационные программы продлятся до конца этой недели. Завтра праздник организует в микрорайоне «Красный текстильщик» напротив Дворца культуры «Исток» в 6 вечера. А 18 февраля в час дня масленичные гуляния состоятся в Принарском парке. Гостей ждут катания на собачьих упряжках, угощения, хороводы, ярмарка и конкурсы.